Ребята, всем привет! Этот маленький видеоролик о том, что, в общем, не знаю, куда-то у нас делись котята. Вот они у нас тут сидели, вот наши тут тряпочки, все. Мы сейчас вечером пришли доить корову, кормить котят, а их нет. Мы перерыли все, обошли все вокруг, перерыли все сено, перевернули все мешки. В общем, кто-то, короче, их унес. Крыс у нас нет. Слава богу, хорьков, ласк никаких таких нет. Лиса в коровник, ну, никак не пролезет, он закрыт со всех сторон. Поэтому я подозреваю, что, наверное, наша нерадивая кошка куда-то их утараканила. Но судя по тому, что я ее весь день тут вижу, точнее, весь вечер бегающий тут, видимо, она их куда-то на улице унесла. И, в общем, там, наверное, где-то бросила. В общем, не знаю, ходили мы с фонарями, тоже искали, слушали. Никто нигде не мяукает, нигде не пищит. Достаточно долгое время мы тут все, короче, обхаживали, обсматривали. Ну, не знаю, найдутся, не найдутся. Уже на улице инеем все покрылось у нас там на дорожке. Уже мороз на улице. Так что я боюсь, что, наверное, они уже все. В общем, вот такие новости. Жалко, конечно. Старалась я. Надо было их, наверное, в какую-то клетку закрыть. Ну, плохая из меня мама-кошка получилась. Ну, ладно, что, ничего не поделаешь. Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе. Может, конечно, найдутся. Ну, я сомневаюсь в этом. В общем, остались мы в этом году без котят. Вот такие дела у нас. Ну все, давайте пока всем.